Нет, ты ученый или пенюдный? Да, я зомби. Могу ловкнуть охранника, переделаться, что-то должно. Командная работа. Воу! Земля пукал. Ой, бля. Я ж не после виноват. Ой. Блин. Ой, земля пухом, брат. Ой, земля пухом. А, так вот, кстати, забавно, что игре 20 лет, и, по-моему, эта карта, она там в первой версии. И до сих пор, типа, единственная нормальная. Это у StarCraft'а тоже была такая тема, типа, когда выпустили StarCraft, переделали карты первого StarCraft. А потом, короче, оказалось, что все унылые получаются. И, типа, убрали старые карты. Ну, вот так, короче, аналось, типа, Hunters называется. И, типа, вот, её до сих пор бегают. Сколько морд. Он там Гаус. А, ты, наверное, знаешь. Блин. Блин, а, тут чел вышел, остался этот. Я думаю, это тоже недолго держится. Так, он в домик. Ой. Я пухом, братья. Я пухом. Ой. В сторону просто вести. Что такое? Блин, я не вижу их. Вот он. Сеть. Что такое здесь незаконное оружие? Пылесос или? Да, пылесосское запрещенное оружие. Оно же хреновое, довольно слабо. Нет, но 10 секунд может потрошить человека с другого. А это... как? Если типа еще близким сильнее бьет или что? Да нет, просто оно очень мощное. Это любимое оружие нубов, на самом деле. Блин, хотя теперь я уже взят. Не понимаю, где кто. Не понимаю, где я. Существую я. Какая подозрительная хуйня была? Нет, чувак, который стрелял в ходу, он, короче, с чайным ходу с ходу стрелял. Стоял на месте, просто убил его. Видимо, садил себе. Ну или злой, он не знаю. Я не успевал убить людей, много. Ой, в бункере есть челик один, пойду с ним. Убиваю. У меня пуха, батик. Ох, лол. Лол. А все, бункер захвачен, надо убирать туда. Так, в бункере нет, что ли, этих? Враг в бункере. Теперь где? Да, это ты был? А хули он бегает там у себя, как дом? Так, прыгнил там еще. Редмен. Дома бегает просто вообще.
не Айрмен, у меня он... Ой. Чел в закрытом костюме. Эй, а. Оно из-за пакета никто не делает. О, пришел. Спасибо. Да блин, слушай. Давай ты на линии так убил. Как буду хихи. Ох, это ты? Зеленый робот. Я там, где джанки. Просто меня зеленый робот бежал и не стал меня доживать. Лол. Не знаю, в чем прикол. Я просто не стал по мне стрелять. Ты мог спокойно. Я тоже не стал по мне стрелять в итоге. Может это типа солидарность у роботов? Может быть. Может он тоже в другой команде, короче, и тоже не трогает робота. Потому что думает, что ты в его команде. Просто подъезд. О. Чё, эй, блин, зачем ты меня выстрелил, сука? Он был пацифистом, он был просто тумерой хитрым. Ой. Ох, меня сейчас будут пиздить. Ты где? Я сейчас вот тут. Sorry. У меня 6 кило было все равно, так что только выиграл на самом деле. Ух, ебать. Смотри, перед глазами приплась. Взяю пухом. Ой. А сейчас привет. Спектейт в консоли. А как кнопка? Спектейт в консоли. Вот, все. Земля пухом, братик. Там чел в окне противоположном, если что. Уже нет. Лол. Вот вышел сейчас из этого помещения, по центре карты, бежит в мэри бункера. И налево завернул. Да. Ты мне это сказал, он меня убил. Блин, слышу, он хилится, когда он бежит убийца, он такой я там убил, развернулся как вовремя. Ну, короче, на снижном бьюсе. У меня плохо брать. Ухом брать. Умри, блядь. Умри, блядь. Я уехал до осени. Счет ничего, что он играет хорошо, то я не вижу, как это будет не тоже с Александром. Да,
Бля, какой он жесткий. Эй! Вау! Что, реально АИМ, что ли? Не очень похоже на АИМ, но...